Всем привет, это вторая часть, как отличить оригинальный Shure SM58 от неоригинального. Мне довелось найти очень хорошую подделку, и я вам про нее сегодня расскажу. Она выглядит таким образом, это оригинальный, это неоригинальный. Она сейчас покоцана, там пытались ее красить, она облезла. Но когда она была новая, она была полностью как этот микрофон. И его купили так, как думали, это оригинальный. Но на чем они попались? Смотрите. Есть в хороших неоригиналах даже вес одинаковый практически. В некоторых микрофонах может даже не быть вот такого покраски резьбы. Это уже сами красили, но может быть такое, что тут будет не покрашена резьба. Поэтому в очень хороших подделках это тоже может быть подделано. Но в чем же разница? Я нашел то, что я и говорил, это гнездо. В оригинальном микрофоне мы можем видеть шур под центральной жилой, а также есть дополнительный контакт земли. В неоригинальном мы можем видеть шур написано сверху, то, что проще сделать. Под центральной жилой нету дополнительного заземления. И, как мы видим, со временем, если вы покупаете бэушный никель, должен быть вот таким. Он не облазит, не становится как медь. Это то, что касается гнезда. Следующее, то, что я говорил, даже если тут будет не покрашено, все равно есть вещи, которые отличают. Это у нас идет сеточка, которая соединяет вот эту часть с мембраной с рукояткой. Смотрим. В неоригинальной она тут уже отваливается, конечно. Но мы можем увидеть. Она идет полукругом здесь и заходит внутрь. Для чего это сделано? Для того, чтобы можно было немножко амортизировать эту часть, чтобы вибрации от ручки не переходили на мембрану. Смотрим же не оригинал. Никакого движения нету, и сеточка идет прямая. Она здесь вообще наклеена как декор какой-то, чтобы думали, что это оригинальный микрофон. И оно видно. Еще раз возьму. Как оно идет? Тут идет полукругом, заходит, здесь просто так. Его клеили, оно отпадало постоянно. Следующее, когда мы посмотрим вверх, поролон. Поролон в оригинальном очень качественный. Со временем он не облазит, не начинает сыпаться. В неоригинальном же так и происходит. Также следующее, что можно приметить, это, нельзя сдирать, потому что оно тут приклеено, можно повредить мембрану, но просветив через свет, мы можем увидеть, здесь плохо видно, но видно, что тут напыление идет на мембране оранжевого цвета. А здесь идет прозрачная мембрана, то есть как динамик в тетрисе кто-то разбирал. Я думаю, что вот так вот отличить оригинал от неоригинала. Следующее, последнее. Можем раскрутить вот эту часть аккуратно. Здесь идут провода. Здесь залит трансформатор, все. Здесь выполнена очень качественная пайка. Два провода разными цветами идут. EI подписано, все. То есть как бы стандарты, все есть. Здесь есть напечатано на самой штуке. Сейчас покажу вам, как это выглядит в неоригинале. При том всем, что это очень хорошая подделка. При том всем, что она звучит, хуже, чем оригинал. Но человек, который не разбирается, либо не слышал, не отличит. Видите, нету нигде никакой надписи. Два зеленых провода. Смотрите, какая здесь идет дешевый кусок платы. Как оно все здесь сделано. Со временем здесь трансформатор, видите, изоленту подмотали. Только что отпал один провод. Придется подпаивать. Оно все двигается здесь. Короче, держится на соплях. То есть не бойтесь это разобрать. Если вам говорят, вы там повредите что-то, это означает, что люди знают, что это подделка и не хотят вам этого рассказывать. Поэтому будьте аккуратны, покупайте только оригинальные микрофоны. В Украине микрофоны продаются с наклейкой Eurythmics от официального представителя. Не знаю, как в других странах России, Белоруссии, других странах, но в нашей стране есть наклеечка. Вы уточняете лучше всего, даже если вы покупаете новый, заходите на сайт shure.com и ищите официального представителя в вашей стране. Там есть адреса, все телефоны. Если же ищите бэушный, смотрите по этим вещам. Я думаю, что
Вы себе купите хорошие микрофоны, посмотрев это видео, не попадетесь на мошенников и подделки. Всем спасибо, до свидания.